В эфире телеканала БТБ выпуск новостей, в студии Светлана Шевченко. Украина прошла Рубикон и разрушила надежды на возрождение Советского Союза. Об этом заявил президент Украины Петро Порошенко во время рабочего визита в Канаду местным журналистам. Глава нашего государства также сообщил, что видит большой потенциал сотрудничества Украины и Канады во многих сферах, в частности, военно-технической, энергетической и сфере безопасности. Президента Украины встретил премьер-министр Канады Стивен Харпер. Петр Порошенко поблагодарил его за кредит в 200 миллионов канадских долларов и договорился о работе над проектом украинско-канадского соглашения о свободной торговле. Также Петр Порошенко высоко оценил помощь Канады в содействии укреплению обороноспособности Украины и выделение канадской стороной финансов для реализации инициативы НАТО по совершенствованию системы логистики и стандартизации вооруженных сил Украины. Канада – один из ближайших партнеров Украины. Канада стала второй страной после Польши, которая признала независимость Украины и является одним из ближайших партнеров Украины. Канада является наиболее украинской страной за пределами Украины. Мы помним, что Канада признала Голодомор. В это очень трудное время мы рассчитываем на вашу солидарность с нами и на единство всего демократического мира с Украиной. Для Канады является большой честью принять президента Порошенко. Это предоставляет нам возможность выразить нашу поддержку вашему правительству и вашей стране. А в четверг, 18 сентября, в Вашингтоне состоится встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Америки. В программе визита также запланирован ряд двухсторонних переговоров и запланировано выступление президента Украины на совместном заседании обеих палат Конгресса США. И Канада ввела новые санкции против России. Ограничительные меры коснутся 4 граждан Федерации и 5 компаний. Россиянам запретят въезд в страну и заморозят счета в банках. Их имена уже известны. Это высокопоставленные чиновники из Министерства обороны. В черный список компаний попал и Сбербанк России, против которого уже ввели меры Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. Также канадцы ввели санкции против 4 научно-исследовательских предприятий в области машины и приборостроения. Их перечень сейчас на экране. Американские сенаторы подали в Сенат проект закона о новых санкциях в отношении России и поддержку Украины, один из пунктов которого предусматривает предоставление Киеву оружия. Сообщение об этом, а также полный текст документа размещен на сайте Сената. Согласно этому законопроекту, президент получит полномочия предоставить Украине все необходимое для противодействия наступательным вооружениям, включая противотанковое вооружение, оружие и амуницию для личного состава, радары для идентификации и выявления артиллерийских батарей, управление огнем, дальномеры, оборудование для наведения, беспилотники, коммуникационное оборудование и другое. На это в следующем году планируется выделить 350 миллионов долларов. В сообщении уточняется, что документ будет голосоваться в Сенате в четверг после выступления президента Украины Петра Порошенко. В Европарламенте призывают устроить России экономическую блокаду и поддержать Украину оружием и военной техникой. Также евродепутаты намерены осудить Россию за ведение непровозглашенной гибридной войны против Украины. Европарламент призывает ужесточать санкции, исключить Россию из ядерного сотрудничества и системы международных межбанковских платежей SWIFT. Об этом идет речь в проекте резолюции, которая будет вынесена завтра на голосование в рамках пленарного заседания Европарламента. И кроме того, Европарламент может приветствовать решение ЕС относительно запрещения импорта из Крыма и осудить принудительную паспортизацию украинских граждан в Крыму, преследование украинцев и крымских татар. Кроме того, в проекте резолюции содержится призыв забрать у Российской Федерации право провести этой осенью этап Формулы-1 в Сочи и чемпионат мира по футболу в 2018 году. Кабмин единогласно принял план имплементации соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Реализовать его правительство планирует уже до 2017 года, заявил на заседании премьер-министр Арсений Яценюк и подчеркнул, что уже за 2 года Украина должна перейти к новому этапу евроинтеграции, подать заявку на полноправное членство в Евросоюзе. Заседание Кабмина как отголосок вчерашнего собрания Верховной Рады. Как и вчера, под стенами здания правительства собрались активисты с уже привычными требованиями иллюстрации. Однако главным вопросом на повестке дня стало утверждение плана по имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
17-й год. Мы должны завершить процесс имплементации, и чем быстрее, тем лучше. Заявка и вступление в Европейский Союз. При Кабмине уже создан офис по вопросам евроинтеграции, а в скором времени будет введена должность профильного вице-премьер-министра. Желание Украины как можно скорее внедрять евростандарты поддержал глава представительства ЕС в Украине Ян Тамбінський. Я вітаю план дій уряду, який є живим документом. Я приветствую план действий правительства, который будет живым документом. Он требует постоянного мониторинга, и его нужно имплементировать. Ваше правительство может рассчитывать на помощь европейских институтов в обмене опыта, так же, как и на помощь представителей стран-членов ЕС. Так само, как и с представниками стран-членов Европейского Союза. Помимо вопросов евроинтеграции, глава Кабмина коснулся вчерашнего голосования в Верховной Раде по остальным законам и жестко осудил нежелание депутатов принять ряд экономических решений. Парламентарии даже не внесли на повестку дня закон про налоговую и бюджетную реформы, предложенные для рассмотрения Кабмином. Из-за вчерашнего позорного поведения, политической предвыборной истерии украинского парламента, мы не можем ввести закон про государственный бюджет. Они провалили ключевой пакет реформ. Там некоторые горе-депутаты за два года пребывания в парламенте будку для пса не сбили. Не то, что закон не внесли. Комментируя вчерашнее принятие парламентом закона про особый статус отдельных регионов Донбасса, премьер заявил, депутаты выбирали между плохим и очень плохим сценарием разрешения конфликта. Пришлось выбирать плохой. А чтобы найти деньги на возрождение Востока, Кабмин поручил Минфину разработать законопроект о создании фонда восстановления Донбасса. Скидываться, по словам Яценюка, будут олигархи и международные партнеры Украины. Наталья Пругар, Андрей Луценко, Андрей Коваль, Александр Банк. ВТБ. Каждый день мира надо использовать для укрепления украинской армии, считает спикер парламента Александр Турчинов. Поэтому накануне Верховная Рада поддержала президентские законопроекты об амнистии и особом статусе регионов Донбасса. Это пункты мирного плана Петра Порошенко. Хотя сам Турчинов сомневается, что принятие этих законов остановит российскую агрессию. Однако украинская власть сделала все возможное для мира. Что касается тайного голосования за эти законы, то оно было объективным, считает спикер. Более того, на табло не высветился окончательный результат подсчета голосов, потому что система Рада работала именно в таком режиме. А чтобы не было спекуляций на эту тему, правоохранительные органы все проверят. Парламент работал в рамках регламента. Для того, чтобы не было никаких спекуляций, для того, чтобы лишить возможности делать провокации вокруг этого вопроса, я приглашаю службу безопасности, Генеральную прокуратуру, которые должны очень оперативно провести проверку, как происходило голосование, в соответствии его действующему законодательству, должны проверить, было ли, нет вмешательства в систему работы Рада и четко дать выводы. Российский спецназ штурмует Донецкий аэропорт. И, кроме того, боевики атаковали город Счастье. С утра в течение нескольких часов террористы вели непрерывный огонь из градов по позициям силовиков и по домам местных жителей в Нижней Крынке. В результате 10 погибших и десятки раненых мирных жителей. Также силовики обезвредили лагерь боевиков под Северодонецком. По данным СНБО, военным удалось захватить большое количество стрелкового оружия и гаубицу, реактивный огнемет «Шмель», 3 противотанковых гранатомета, гранаты и патроны. За прошедшие сутки силы АТО не понесли потерь, заявил спикер информцентра СНБО Андрей Лысенко. И также отметил, что подразделения вооруженных сил Украины и силовых структур придерживаются режима прекращения огня. При этом продолжаются обстрелы позиций сил АТО со стороны незаконных вооруженных формирований и российских военных. Так, протягом добы. Так, в течение суток под огонь попали места дислокации украинских силовиков в Донецкой области, близ населенных пунктов Нижняя Крынка, Пески, аэропорта Донецк, Гранитная, Курахова, Новоорловка, Дебальцево и Шумы. Кроме того, в Луганской области террористы обстреляли позиции украинских бойцов неподалеку от Попасной, станицы Луганская, Новоселовки, Центральная, Чернухина.
Евросоюз призывает боевиков придерживаться режима прекращения огня на Донбассе, а также гарантировать безопасную работу наблюдателей специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ, которая работает в этом регионе. Об этом в Брюсселе заявила представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Касьянчич. По ее словам, ЕС продолжает отслеживать ситуацию о выполнении режима прекращения огня и при этом осуждает обстрелы, которые периодически продолжаются в Донецке. Суд дал Меджлису в Симферополе сутки на выселение. Кроме него, благотворительный фонд «Крым» и газета «Авдия» должны освободить помещение в центре Симферополя. Соответствующее судебное решение главе фонда «Крым» Ризе Шевкиеву зачитал судебный пристав-исполнитель. В противном случае оставшиеся в здании имущество грозят арестовать, а внутрь никого больше не пустят. В случае неисполнения приговора или иного судебного акта глава фонда может быть привлечен к уголовной ответственности, а также арестованы счета организации во Владинкомбанке. Кроме того, фонду запрещено открывать новые счета. СБУ задержала главаря диверсионной группы, который руководил Гиркин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Диверсант по прозвищу Сеня возглавлял террористическое формирование в так называемой ДНР. На счету банды вооруженные нападения на колонны украинской техники, блокпосты сил АТО, подрыв мостов, диверсии в мирных кварталах городов. О совершенных преступлениях террористы отчитывались лично Гиркину. Со слов местных жителей, диверсант раньше работал в областной госавтоинспекции. Сейчас, пользуясь личными связями в правоохранительных органах, Сеня готовил пополнение в свою группу из числа местного криминалитета. В настоящее время продолжается следствие. Украинским военным и добровольческим батальонам, которые находятся в зоне АТО, не хватает военного обеспечения. Об этом сегодня заявил командир батальона патрульной службы милиции особого назначения Киев-1 Евгений Дейдей. По его словам, наши ребята готовы воевать, но для этого им не хватает бронетехники и нового вооружения. А сейчас еще особенно остро стоит вопрос подготовки военных к зиме. Мы хотим, чтобы нам выдали нормальное вооружение, чтобы мы могли достойно отстаивать свою страну. Особенно, вы понимаете, сейчас близится время к зиме, и я не знаю, как я смогу отдавать приказ бойцу, ну, вне зависимости, там, идти в атаку, либо идти на разведку, понимая о том, что у него нет ни термобелья, у него нет ни спального мешка, он элементарно даже не сможет ночью высидеть там в засаде, либо пойти в разведку, там, в поле где-то находиться, потому что он замерзнет. Национальный банк Украины дополнительно передал 7 автомобилей для украинской армии. Всего же с начала проведения АТО НБУ в рамках благотворительной акции передал Министерству обороны и Службе безопасности Украины 73 автомобиля. Около 70% из них бронированные автомобили, которые ранее использовались инкассаторами. Ранее в зону АТО направили 2 машины скорой помощи, полностью укомплектованные реанимационным оборудованием. Напомню, в апреле на средства сотрудников Нацбанка для нужд военных приобрели 80 комплектов раций, 10 дизельных генераторов, более 100 бронежилетов, медикаменты и медоборудование. Правительства Украины и США подписали соглашение о технической помощи. Согласно ему, Киев получит 34 миллиона долларов на совершенствование законодательной среды в соответствии с нормами ЕС, укрепление потенциала частного сектора, увеличение поддержки малых и средних предприятий со стороны местной власти. Средства также пойдут на совершенствование функций общественного надзора и участие граждан в процессах управления, а также повышение уровня энергобезопасности страны. Мы відчуваємо дружню підтримку Сполучених Штатів. Мы чувствуем дружественную поддержку Соединенных Штатов Америки, в том числе и в сфере развития тех программ, которые поддерживают реформы в Украине. Нам нужно очень много сделать, и ваша поддержка для нас очень важна. Подписание этих соглашений является еще одним шагом в нашем сотрудничестве. Мы сегодня подпишем, є ще одним кроком на шляху нашей співпраці. Впервые за много лет вопрос выделения и сферы использования средств определяются нами совместно с украинской стороной, что свидетельствует о новом качестве и уровне нашего партнерства. Центральная избирательная комиссия утвердила смету расходов на внеочередные выборы депутатов Верховной Рады. Бюджет мероприятия более 900 миллионов гривен. Ранее же кабинет министра выделил эту сумму на проведение парламентских выборов.
И в Украине уже начала работать первая миссия международных наблюдателей за досрочными парламентскими выборами. От европейской миссии НЭВА прибыли первые 6 наблюдателей. Всего же от этой организации в ЦИК аккредитовано 50 специалистов. Они с 20 сентября начнут мониторить избирательный процесс во всех регионах Украины, включая Луганскую и Донецкую области. Наблюдатели миссии уже знают особенности избирательной среды и законодательства Украины, ведь это уже 9-я миссия НЭВА в нашей стране. Всего же на счету организации свыше 200 избирательных кампаний по всему миру. Мониторить выборы обещают в соответствии с международными стандартами объективно и достоверно. Цель наших наблюдателей – содействовать прозрачности избирательного процесса в Украине через мониторинг и подготовку отчетов о важнейших аспектах выборов, руководствуясь наилучшими практиками и стандартами международного наблюдения. Мы стремимся, чтобы свободное волеизъявление избирателей было учтено. Россияне исповедуют совковую идеологию, а Путин своими действиями пытается им подыграть. Эксперты из Украины и России собрались за круглым столом, чтобы обсудить, что нужно делать в условиях информационной войны и как противостоять влиянию советской России. Совковая идеология руководит не только россиянами, но и значительной частью жителей Донбасса. Именно популярность этой идеологии помогает Путину контролировать население, считают историки. Эта идеология своеобразная. Когда было большое государство, когда за государство было не обидно, когда его боялись. Это приблизительно то, что предлагает сейчас Путин, и то, что, к сожалению, сейчас воспринимает большая часть российского общества, и то, чему пока противостоять может часть российской интеллигенции. Причиной конфликта на Востоке является желание Путина как можно дольше быть у власти. А совковая идеология всего лишь оболочка этого процесса, считает журналист Евгений Киселев. Реальные политические силы, которые действуют сейчас в России, на мой взгляд, руководствуются двумя вещами. Или, скажем так, два базовых интереса. Там максимальная концентрация власти в руках нынешнего правящего режима и максимальная концентрация материальных, финансовых, иных ресурсов. По данным ряда российских соцопросов, действия Путина поддерживает 84% населения Федерации. Эксперты считают, что это благодаря информационной войне. Поэтому в этой ситуации Украина должна прежде всего защищать свое информационное пространство. Нам необходимо защищать свой информационный простор. Нам необходимо защищать свое информационное пространство и создавать культурное, создавать свои культурные символы и мифы в хорошем смысле этого слова, которых нам сейчас не хватает. Мифы культурные, которых нам сейчас бракует. Участники собрания убеждены, даже уменьшение количества российских сериалов на украинском телевидении станет значительным шагом на пути к освобождению Украины от совкового влияния России. Вероника Сектым, Владимир Асин, БТБ. Европейская молодежь начала новый флешмоб в поддержку Украины «Blood Bucket Challenge». Студенты облились красной краской, которая символизировала кровь. Таким образом, люди напомнили, что нельзя оставаться равнодушными к войне в Украине. Акцию поддержали португальцы, французы, румыны и жители других стран. Напомню, другой популярный флешмоб «Ice Bucket Challenge» – это кампания, направленная на благотворительность, смысл которой в обливании себя ведром ледяной воды. Не так важно даже обливаться холодной водой или краской. Самое главное – объединиться всем вместе, вернуть мир в нашу страну. Спасибо, что вы с нами. До встречи.